Ну ты голый. Не перезарядился. Ластовая, ластовая. Куда, кабанчик? А он бросил дым в отвлечь. Что за ключ от сарая? Есть здесь места некоторые, в которых лут лежит. Это ключ от сарая. Там не то чтобы сарай, конечно, там ширма. Сидит, ждет. Блин, нафига мне их стоит? Нет никого. Есть. То есть кого-то услышать, но никого не слышу. Поехали тогда. Поехали тогда, чат. Чуть бы завязать, а я не... По-моему, вот здесь вот есть. По-моему, вот здесь эта комната. Давайте съездим. Вам интересно. Выстрел. Пошли в гараж, чекнем тачку. Мочек есть, если что.
Он какой-то очень странный воин. Который, в принципе, только потопал то, что он сделал. Погнали, чат. Поехали, сейчас откроем эту тему. Смотрим, что там будет. Секундочку, давайте я только по пути буду на файты заезжать. Бля. Ребят, ну тут как бы это. Пока отмена. Этим комнатам секретным. Вот не доедешь до сарая. Ну, ха. Вероятность есть не доехать. Брать не буду. Где? Понял? Где? Ебать, я проехал. Пока не пострелял, я его не видел. Я думаю, вы это сами заметили прекрасно, что я его не видел. Я мурло слепое. Нет, ладно. Все, поехали. Кто дурак? А ты? Этого точно есть семерки, он с этой с Галилы стрелял. Блять, блес РНГ, не уезжай. Пожалуйста, сучка. Я прошу тебя, останься, не уходи, мне плохо. Я рисую на асфальте белым мелом слово похуй. Ну блять, ты серьезно? Недалеко. Далеко уж.
Катка с ботами? Да, блять, это люди, какие боты? Хватит писать глупости, пожалуйста. Зачем вы мне этот дискредитируете мои, блять, достижения? Сука, блэд бы. Открываем ширму. Опача. Так, селфик. Я беру селфик. Мне не надо. Вот патроны на авик, наверное, стоит взять. Гранату одну выброшу. Эй, мистер Пиклс. Хочу бороться. Так. Let's go. Let's go next. Две тяжелые аптечки. Да, я знаю. Плохо. А откуда по мне стреляли? Можно как-то идентифицировать? Ладно, я поехал. Не буду я здесь никого идентифицировать, я просто поехал. Вообще-то хочется. Значит, ты играл в Хизи? Чуть-чуть. Я не застал, так сказать, игру Рассвет. Короче, я не знаю, как его искать. Он там один раз выстрелил и все. Непонятно, где он сейчас. Лучше взять две обычных, 4 обычных, чем 2 тяжелых, еще лучше гранат. Это ты мне совет. Я правильно понимаю? Ты мне даешь совет. Лучше взять 4 обычных аптечки, чем 2 тяжелых или гранаты. Правильно? Спасибо большое. Спасибо тебе большое за совет. Я, ну, не то, что прям много играю в эту игру, но где-то 9651 час на это потратил. И вот, мне почему-то показалось, что взять две большие аптечки — это норм. Я, конечно, могу ошибаться. Вот, но спасибо за совет, как бы, в любом случае. Заправьте, пожалуйста.
Можно как-то? Можно как-то устроить? Или до заправки дотянул? Блять, чел пиздец, конечно, приехал. Жесть, он в такой тайминг приехал неудобный. Ну как, для меня-то пиздец удобный, для него не очень. Ну, в общем, короче, спасибо, что тачку мне заправили. Я бы расстроился. Да я думаю, он тоже расстроился. Не прикольно вышло вообще. Говоря. Для него. Для него вышло. Он взял бы одну аптечку, бенз бы поместился. Бенз, если что, кладется в слот от сковородки. Это можно выложить сковородку, взять бенз. Я тебя сейчас разъебу, чел. За вот эту вот гниль, которую ты исполняешь. Предупредил тебя. Тебе давал время думаться, ты не думался. Если ты не отдумался, значит, ты неразумный. А если ты неразумный, значит, голова тебе не нужна. Ой, блядь, грозонька, сученька. Ой, а хочу ли я грозоньку? Блядь, ну вообще-то хочу. Так, надо поярче прицел сделать. То его здесь на фоне неба не видно ни хрена. Где-то вот тут по-любому будут чуваки. Меня, правда, сейчас могут высадить на изи. Вот, блядь, уже нахуй этим занимаются. Ладно, я вроде это уже соварил. Ну, типа, ездить болтовать — это нормальная тема, но ты вот говорю, ты на кого-нибудь чувака вроде меня заедешь, который просто умеет, блять, выбивать людей из тачки и все. Тебе объяснят, что ты не прав. Бля, я хотел третий шлем поменять, но уже не успеваю. Уже надо валить. Надо сейчас найти, куда, блядь, заехать.
А куда тут вообще? Здесь open field везде. Вот тут вроде неплохо. Здесь даже какой-то такой, знаешь, худо-бедный рельефчик. Помойный, конечно. Ах ты, сука, он прям на выстрел хлопнуло. Я пытаюсь тут всем видом показать, что я не особо-то кого-то стесняюсь. Моё, блядь. О, это Морси была. Морси, извини, пожалуйста. Бля, бедняжка. Бля, я до этого, знаете, что хотел сказать? У меня на языке вертелось слово. Говорю, сейчас мы займемся выдрочкой. Хорошо, не сказал. Или, может быть, наоборот, плохо, что сейчас сказал. Блин, я бедный Морси топчик не дал взять. Ты не можешь меня убить, я бессмертен, сука. А, ты не можешь, ты не можешь. У тебя нет такой власти. У тебя нету.
май гад, девятнашечка. О май гад. Ой, я знаю, я нарисую большой член рядом с ним. Его это, возможно, успокоит. Определенно. Норм, ластецкая вышла. Действительно, ластецкая вышла норм. Всем привет с Ютуба, чуваки. Смотрите, какие катки тут для вас получаются. Ауф. Да. Эй. Я больше ничего не сказать.